Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на выживание бомжа в Санкт-Петербурге. И давайте быстренько сейчас начнем выживать. Так, быстренько собираем бутылочки. Я тут уже парочку собрал, давайте быстро начнем собирать. Так, и мне нужно найти будет, где их сдавать вообще, в принципе. Но давайте пока соберем хоть парочку бутылочек и попытаемся их сдать. Посмотрим, сколько мы с этого получим. И надеюсь, вам понравятся данные выживания. Если захотите еще, то обязательно об этом напишите. Я буду рад вообще снимать это выживание, потому что я когда-то уже снимал на другом канале. Но вам это не зашло, может здесь хотя бы зайдет, но все равно я буду, наверное, снимать это, потому что это довольно интересно. И побежали быстро сейчас искать, где сдавать данные бутылочки вообще, в принципе. Так, где их вообще сдавать, я пока что вообще не знаю. Вот я хочу тоже такой себе мотоцикл, но он, наверное, очень дорого стоит, поэтому просто бежим искать, где сдать эти бутылочки. Выживаем, как я сказал, в Санкт-Петербурге, довольно прикольненько. И мне кажется, что тут как-то очень странно карта прогружается, очень странно, но ладно. Пока что нет, мне не хватит, вообще не хватит, это очень дорого. Так, давайте, вот тут бутылочки есть у нас еще. Так, на это мне тоже не хватит, мне на что здесь не хватит практически. Потому что у меня денег столько нету. Так, мне кажется, не в ту сторону бегу. Ну ладно, давайте быстро побежим искать, где вообще в принципе сдать можно бутылочки. Ну и попытаемся заработать побольше денежек. Нам нужно побольше денежек, пока пособираем здесь еще бутылочки. Так, пока что тут их не так много, конечно, но ух ты, сколько тут бутылочек. Стоп, я траву ломаю, тоже получаю что-то или что? А, когда я... Ага, я получаю копеечки, когда... Я понял, вот это я ничего не получаю, ну ладно, давайте побежим дальше. Здесь я могу спокойно с цветочков зарабатывать, во как можно заработать. Но не такие уж и большие деньги, но я уже заработал рубль. Неплохо, достаточно неплохо, мне кажется. Так, ладно, побежали тогда быстро искать, где можно сдать эти бутылочки. Что-то я пока не очень понимаю, я не очень ориентируюсь еще по карте. Ну ладно, давайте просто пойдем искать. Надеюсь, я со временем научусь ориентироваться на этой карте, очень на это надеюсь. И бежим быстро сдавать. Так, здесь я вспомню, что можно работать. Ну, я еще работать пока не могу, у меня вообще одежды никакой нету, поэтому сейчас придется просто бегать собирать вот эти цветочки, может, денежек сколько-то соберу. Но у меня уже есть 2 рубля, это довольно, кстати, неплохо. Большая сумма, большая. И просто побежали. Ага, вот где можно сдавать, все, нашел. Так, просто сейчас собираем дальше наши вот эти цветочки. Сорняки или что это такое? Я проходил гайд, ну, гайд посмотрел, поэтому мне было... Это называется вроде бы сорняки, как я понимаю. Ну, ладно, давайте просто собираем. И сдаем все бутылочки. Так, все, сдаем. И мы заработали целых 100 рублей. Это очень большая сумма для начала. И, наверное, давайте купим сразу еды, потому что еды у меня совсем мало осталось. Так, очень... 100 тысяч рублей. У меня всего 100 рублей, вы что, офигели совсем? А откуда мне столько набрать-то? Ладно, давайте купим самое дешевое, что есть. Дошики. Дорого. Дошики, самое дешевое. Давайте купим 20 дошиков и будем потихонечку их кушать. Так, ага, не очень мало восполняет опыта. Не опыта, а голодание. Ну ладно, давайте просто побежим тогда сейчас дальше собирать наши бутылочки и будем сдавать их. И будем сорняки тоже, наверное, вот так собирать. Мне нужно больше денежек, очень много денежек. Я надеюсь, в следующих сериях я смогу, ну, добиться того, чего добился когда... Давненько, короче. Но все равно, давайте быстро просто собираем дальше наши бутылочки. У меня уже есть достаточно большое количество бутылочек. Ну как большое, 6 штучек, это довольно неплохо. Ну ладно, побежали просто сейчас собирать где-нибудь еще бутылочки. Так, карта очень странно прогружается. Ладно, собираем быстро бутылочки и сорняки ломаем. Ну, цветочки, сорняки. Так, все, бежим быстренько дальше. У меня уже целых 80 рублей на счету. Это довольно неплохо. И мне кажется, я смогу даже за сегодняшнюю серию купить себе первую одежду. Ну, тут машины можно купить. Я хочу очень машину купить, но это будет какой-нибудь 10-й серии, может быть. А может раньше. Так, давайте просто пока пособираем. О, аккуратненько, не задави меня. Так, бежим быстренько сейчас. Вот так вот бежим и собираем бутылочки. Бутылок тут много. Я смогу спокойно себе собрать хотя бы там на какую-нибудь одежду. Очень нужна одежда, очень нужна, а то без нее меня не примут на работу. Нужна хоть какая-нибудь одежда. Так, я помню, что за 2000 рублей можно вроде бы тут гараж снять, это будет довольно хорошо. Давайте пособираем сорняки, мне кажется, это будет даже лучше. Так, и напишите, по сколько минут делать серии выживания бомжа, потому что я не знаю, по сколько интересно вам будет смотреть, может быть, по 30 минут одна серия, может быть, больше, а может и меньше. Ну, я не знаю, будете ли до конца досматривать, поэтому я лучше буду делать пока поменьше, но все равно. Так, побежали быстренько сдавать бутылочки, я что-то немножко опять потерялся, где вообще сдавать их. Ну ладно, мне не нравится, что тут карта прорисовывается очень странно, но ладно, просто собираем пока дальше бутылочки. Мне, надеюсь, хватит хотя бы на какую-нибудь шмотку. Я помню, что они вроде бы стоят, как я помню, какая-то одежда, 250 рублей. Я сейчас попытаюсь накопить на это. Так, тут у нас демастер сидит, в принципе.
Так, прикольная машинка. Прикольная. Мне бы такую вообще, в принципе, но я не знаю, где пока ее купить можно. Да и мне денег на нее не хватит, тем более. Но все равно, побежали. Я помню, вроде бы вон там есть, где сдать бутылочки, и я смогу заработать хотя бы себе на какую-то одежду. Так, бежим сюда. Так, вот, не-не-не, не здесь, походу, да? Да, здесь заправка обычная. Хотя вроде бы у заправки была или нет, или... Я не помню, короче, но вроде бы да, вот у заправки где-то было. Или я, походу, или у магазина. У магазина было, мне надо бежать искать магазин. Так, аккуратнее, пожалуйста, у меня еда кончается. Так, мне нужно сейчас купить еды побольше, очень побольше еды. И, короче, быстренько сейчас кушаем и побежали дальше искать нашу заправочку, чтобы сдать... не заправочку, а где можно сдать вот эти бутылочки. Я не помню, где вообще находится это, у меня прорисовка очень странная. То есть она нормальная стоит, а прорисовывается очень странно. Я не знаю, почему так работает, но ладно. Вот здесь, да, вот здесь я нашел. Отлично, и здесь также можно собрать еще парочку бутылочек, и у меня будет их побольше. Так, давайте соберем немножко вот этих сорнячков, и окей. Быстро бежим. Вот у меня нет пока 100 тысяч, я купил это, кстати. Но ладно, давайте пока пособираем дальше сорняки. Я хочу побольше денежек. Так, нужно очень много денежек. Так, давайте вокруг сбегаем, там тоже бутылочки есть. Так, ребятки, отойдите, моя бутылочка. И давайте сейчас все сдадим. Так, сколько я получу? Итого у меня в данный момент 230 рублей. Ну, неплохо. Но мне нужно еще. Так, давайте сейчас пособираем, наверное... Вот давайте сорнячки пособираем, это даже выгоднее будет, мне кажется. Хотя, не знаю, но я бегаю, просто собираю их вот так. И нахожу денежки, это неплохо. Так, можно заработать спокойно. Много денежек, очень много денежек. Ну, хотя нет, немного. Ну, ладно, давайте пока что, наверное, купим еще еды себе, хотя... Да, давайте купим еще еды и побежим дальше собирать бутылочки. Сегодня мы всю серию посвятим на то, что будем собирать бутылочки. А в следующих сериях я уже устроюсь наконец-то на работу и будем покупать нормально себе жителей. Не жителей, а людей, которые... Короче, будем покупать рабов, которые будут за нас работать и приносить нам денежки. Вот так. Все, побежали, короче, сейчас обратно на... Просто бегать собирать бутылочки, короче. Просто будем бегать собирать бутылочки. У нас уже две есть, неплохо. И тут еще одна бутылочка. Так. Давайте еще тут соберем бутылочку. Так, а ее здесь нету, а вот есть теперь. И бежим дальше собирать их. Так, их тут много, кстати, очень много бутылочек. Но просто бежим дальше искать. Так, человеку хорошо, видимо. Ага, я помню, что здесь можно, да, вот так. Я прилег тоже, ну ладно. Я помню, что вот так. А это вроде бы присесть, как я помню, но ладно. Так, бежим. Че? Я включил, походу, озвучку. Я озвучку включил, как я... Как я озвучку включу? Каким образом? Как озвучку вырубить? Стоп, как? Дайте выруб... Блин, озвучка... Это вообще возможно? Это нельзя вырубить, да, как я понимаю? Вы не знаете, я не знаю, слышите вы это или нет, но я слышу. Ладно, давайте просто побежим. Я сниму наушники, мне просто не нравится, что она комментирует. Тут какая-то озвучка есть, а я не хочу слушать. Отключить не могу почему-то. Как я врубил вообще? В смысле? Как я включил озвучку? Каким образом? Что это такое? Сейчас я выключу и продолжу. Короче, я думал, как выключить, и мне помог один человек. Короче, я написал в чате, как выключить озвучку, и мне просто чувак написал, что надо вырубать ее с помощью... тут настройки чата, вот диктор. Я только сейчас... Спасибо ему огромное. Так, где... я сейчас даже Никола покажу на всякий случай. Так, вот. Спасибо ему огромное, просто... Он мне просто помог, я просто не понимал, я просто сейчас тупил 10 минут, чтобы вырубить эту озвучку. Мне так она бесила. Ну ладно, я как-то включил еще и вторую руку, ну ладно, ничего страшного. Побежали сейчас давать бутылочки. Так, быстренько. Так, и надеюсь, что у меня больше такого не случится, и я не буду так тупить. Все, давайте быстренько собирать дальше бутылочки. Это было очень смешно, что я сделал, но ладно. Так, побежали искать обратно, где сдавать бутылочки. Мне надо быстренько пополнить... У меня хп очень мало, ну, здоровье. И я не знаю теперь, что... Вот, они начали пополняться. И давайте сейчас обратно пойдем искать, где находится вот это... Где находится тут магазинчик, чтобы сдать. Так, это не здесь. Сразу понятно, что это не здесь. Все, побежали дальше искать просто, где этот магазинчик. Это было просто настолько смешно, когда я
пытался вырубить этого диктора, я не знал, что делать просто, и мне просто помогли. Это очень приятно, когда люди просто помогают тебе так, объяснили. Ну, бам, помогает, это очень хорошо. Хоть кто-то мне помогает. Так, ну ладно, это реально хорошо, что мне помогли, и побежали дальше сейчас искать этот магазинчик. Так, где этот магазинчик? Очень, вот он, все. Сейчас даем все бутылочки и попытаемся, короче, наверное, сходить купить себе шмотку какую-то. Хотя у меня все деньги пропали, что? Почему у меня все деньги пропали? Ладно. Я чуть не понял, почему у меня все деньги пропали, но... Ладно, все равно. Я не знаю, почему все деньги пропали. У меня было больше вроде бы или нет. Но ладно. Я пересмотрю потом, конечно. Но мне кажется, у меня просто деньги сняли. Мне это очень сильно кажется. О, сколько тут бутылочек? Ничего себе. Просто хорошо. Собираем тут бутылочки. Так, а не, их так немного. Я думаю, их больше здесь. Давайте соберем эти сорняки. Они здесь тоже, наверное, мне побольше денежек принесут. Их очень много здесь. И мне очень много денежек дадут, наверное. Но вроде бы неплохо дают пока. Так, ну я зарабатываю, так потихонечку могу спокойно пару рублей собрать, но пару рублей это не так много, но в принципе для начала это будет хорошо. Так, все, бежим пока дальше собирать бутылочки. Но главное, чтобы я не заблудился, мне очень надо понять, как мне начать зарабатывать. Так, я не могу пока, да, ничего сделать. Ага, окей. Мне нельзя пока ничего, короче, сделать, ну ладно. Я просто побегу дальше собирать бутылки, а потом буду как-то уже пытаться... в следующей серии работать. Но сейчас за эту серию я хочу просто купить себе хотя бы купить себе какую-нибудь шмотку, все, чтобы у меня хотя бы что-то было. А дальше в следующих сериях я буду продолжать это делать, но мне кажется, в следующей серии я уже на работу пойду. В принципе, тут мастер сидит какой-то. Ну ладно, давайте просто побежим дальше. Дальше собирать бутылочки, другого я не знаю, что делать. Так, бежим пока, собираем бутылочки, вот еще одна бутылочка, так, минус бутылочка еще одна. Ага, мне кажется, что я смогу собрать побольше бутылочек. Так, они тут как-то странно делаются, то есть тут рандомные, что ли, они делаются? Да, они рандомные, какое выпадет, такая выпадет, да, я понял. Прикольно, прикольно, или нет? Или нет, я не понимаю просто. Ну ладно, давайте просто собирать дальше бутылочки. Демастер тут до сих пор сидит, и бутылочки опять заспамнились. Короче, просто появились опять. Быстро собираем дальше все бутылки, их тут очень много. Человек просто на Жигуле проехал сейчас. Ладно, странненько, странно. Давайте быстро собирать дальше бутылочки. Я надеюсь, могу хотя бы за эту серию, правда, купить себе хорошую... Ну, хотя бы какую-нибудь одежду. Очень на это надеюсь. Только я не помню, где эта одежда покупается. Но ладно, давайте просто дальше собирать. Опять? Что-то они очень быстро как-то появляются, эти бутылочки. Ну ладно, хорошо. Они у меня вообще берутся? Вроде бы да, вроде бы и нет. Но ладно. Давайте дальше их собирать. Так, что-то я их не собираю. Мне кажется, что они у меня не собираются почему-то некоторые. Или кажется. Мне не кажется. У меня некоторые, правда, не собираются. А, нет, собираются вроде бы. Ну, ладно, все, я пойду сдам все бутылочки. И мне кажется, что этого мне должно, в принципе, на что-нибудь хватить. Но я пока не знаю, мне хватит ли нормально хотя бы на одежду. Одежда стоит 250 рублей. Ну, я не знаю, именно только одна вещь из одежды, то есть мне надо 1000 рублей, чтобы купить весь вроде бы комплект одежды, или даже дороже, я не очень помню. Давайте пока просто собираем бутылочки, так, дальше. Так, мне надо автопрыжок вообще вырубить, он не очень полезный тут, но ладно, это я уже попозже сделаю. Мне сейчас надо купить еще еды, наверное, потому что еды очень мало, ну, 17 дошираков, это так себе. Наверное, но в принципе ладно, давайте просто собирать. Так, я уже бегать не могу, все, надо быстренько кушать. Так, быстро-быстро собираем дальше наши бутылочки. Ну и мне надеюсь сейчас на что-нибудь-то... Сколько вот сейчас будем заработать? Вот сколько заработаю? Надо посмотреть. Так. Ну, блин, не так много. 150 рублей. Ну, ладно, пойдем сейчас дальше собирать наши бутылочки. И я надеюсь, я смогу себе купить хотя бы ботинки в этой серии. Очень на это надеюсь, но я уже потратил сейчас 40 рублей. Давайте дальше побежим, короче, собирать наши бутылочки. Мне очень нужно сейчас купить себе ботинки или даже лучше какую-нибудь одежду, короче, купить, самое главное. Ну все, бежим обратно в центр и будем дальше собирать наши бутылочки, их там больше всего, кажется. Ну я не знаю толком, их там больше всего или нет, но кажется, да, мне кажется, что они там быстро как-то появляются, поэтому я их буду там собирать. Ну ладно, просто бежим дальше собирать наши бутылочки. Так, бутылочки, так, быстро, первая бутылочка есть уже.
Так, мне нужно побольше бутылочек вообще собирать. Но ладно, я, наверное, без роликов иногда буду тоже так делать, собирать бутылочки, чтобы, ну, долго так не затягивать, потому что это не очень интересно смотреть, как я просто собираю бутылки. А если вы за, то просто напишите об этом в комментарии. И все. Ну, давайте быстро собирать дальше бутылочки. Так, у меня уже есть 4. Ну, вообще, 4 вот таких бутылочки. Одна такая, но уже 2 таких. Ну, ладно. Дальше собираем. Так, какая-то новая бутылочка. Они как-то меняют свой цвет, но именно вид свой меняют. Я не понимаю, почему. Ну, ладно, давайте просто собирать дальше бутылки. Так, их тут очень много пока что. Надеюсь, они сейчас еще появятся. Так, Демастер вообще где сидел? Вот там? Или что? Мне кажется, Демастер пропал. Мне кажется, Демастер реально пропал. Или это я просто дурачок, который... Не помню, где... А, нет, он не пропал, не пропал. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, кто вообще в топе, как, сколько там, чем. Ничего себе. Ребят, кто-нибудь скиньте мне денег столько же, пожалуйста. Мне очень надо столько же. Блин. Офигеть, сколько там денег надо, сколько денег у человека. У меня жалкие 107 рублей, 107 рублей. Ну ладно. В принципе, я надеюсь, смогу подняться хотя бы до пару миллионов. Очень на это надеюсь. И, ну, я, в принципе, буду продолжать записывать очень активно выживание бомжа в России. Потому что мне нравится играть на этом сервере, он довольно прикольный. И играть в выживание бомжа тоже очень прикольно. Да и записывать его будет интересно. И вам, наверное, будет это интересно смотреть, в принципе. Ну, я на этом надеюсь очень сильно. Ну, ладно, давайте дальше собирать бутылочки. Они как-то очень быстро появляются, и это очень хорошо. Так, собираем эту бутылочку, так, так, так. О, это когда человек здесь, который самый богатый, ничего себе, прикольно, прикольно. Опять я проголодался очень сильно. Ну ладно, давайте быстренько покушаем, так, кушаем, кушаем, кушаем. И мне кажется, лучше сейчас быстренько сдавать уже все, что я собрал, и покупать поскорее себе одежду. Так, очень надо быстро сейчас собрать еще... Ладно, давайте еще немножко соберем, хотя бы, чтобы точно хватило, чтобы я потом не бегал обратно и не пособирал остатки. Чтобы сейчас лучше побольше соберем. И чтобы точно мне хватило. Так, быстро все собираем. И давайте я побегу дальше. Так, вот так собирать бутылочки. У меня их достаточно уже много, но мне не кажется, что некоторые у меня не берутся. Ну или это мне так кажется, но в принципе ладно. Надеюсь, что они берутся. Так, я даже смотрю. Ну да, они берутся нормально. Ладно, значит, это мне просто кажется так. Так, просто бежим дальше собирать бутылочки пока что. Просто бегаю по кругу и забираю бутылочки. Всю серию. Ну ладно, это интересно, конечно, в принципе. Но ладно, давайте пока побегаем. У человека меч. Я не помню, что-то там, в принципе, какая-то штука есть, которая говорит, что тут какой-то маньяк или что-то типа такого. Но он вроде бы бегает железным мечом, как я помню. Поэтому ладно. Так, мне надо быстренько еще покушать. Так, кушаем доширак. И быстренько дальше собираем наши бутылочки. Я почему-то не собрал эту бутылочку, это странно. Ну ладно. Они как-то быстро появляются. А, они быстро так появляются? Или мне кажется, что они быстро появляются? Стоп, они вообще появляются? А, я их не... они не собираются. Странно, кстати, что они не собираются. Вообще странно. Мне кажется, они просто в этой части не собираются, да? Потому что в этой части они собираются хорошо, вот. Или... они вообще не собираются, в смысле? Они вообще перестали собираться. Может, они на определенное время собираются или что-то типа такого? Ладно, все равно, давайте побежим. Может, конечно, у меня просто зависает сервер. Я не знаю просто, в принципе. Ну, вроде бы... Стоп, сейчас я не понял, собралась или нет? Да, вот собираются, собираются. Теперь опять. Ну, давайте просто дальше собирать наши бутылочки. Так, ага, это не собралась. Я не понимаю, почему некоторые не собираются, но... Может, потому что их... Может, у меня сервер лагает, может, что-то типа такого, но... А, нет-нет-нет, собираются, собираются дальше. Ну ладно, просто бежим дальше собирать бутылочки. Так, так, так. Так, так, нормально уже. Большое количество бутылочек, мне кажется, мне уже хватит на какую-нибудь одежду, точно, но... Ладно, давайте я буду дальше продолжать быстро собирать бутылочки. Мне очень надо собрать себе на... Так, опять у меня не собираются бутылочки, наверное. Ну или у меня лагает, но в принципе еда ешь... Могу есть еду, значит у меня все нормально с интернетом. Так, вот. Собираем дальше бутылочки, так как... Вот так соберем. Ну, вроде бы они нормально собираются. Ну, все. Мне кажется, надо бежать, потому что уже вечереет. И мне кажется, скоро меня будет бить вот это от холода. Мне это не очень хочется, чтобы меня било от холода. Поэтому я побегу обратно к тому магазинчику. И там сдам все бутылочки. И наконец-то смогу себе... А, это не магазинчик. Или стоп. Да, это не магазинчик. Это заправка, кажется. Или что-то типа такого. Но я чуть не помню, что это такое. Ну, ладно. Просто бежим дальше... Просто дальше и бежим собирать бутылочки, сорняки и искать опять этот магазинчик. Пока я не очень сильно ориентируюсь, первая серия. Не очень пока изучил карту, но скоро я ее изучу получше, поэтому да. Просто бежим пока собирать бутылочки.
бутылочки, сорнячки и все, что тут есть. Ну ладно, просто бежим, пока собираем. У меня уже достаточно небольшое количество денежек, так. Где-то, я не помню, где точно продается вот эта одежда, но в принципе мне должно хватить на... Хотя бы на что-то должно хватить, наверное. Ну вот тут вроде бы сдается. Так, вот тут можно купить гаражик. Я могу купить гаражик, наверное. Так, вот давайте я пока вот так кину как-нибудь. Я не знаю, как я в руку взял вот это. Я что-то не очень шарю в версиях 1.13, вот этих версиях я не очень шарю, потому что я в них, на них вообще не играю. Но мне кажется, можно спрятаться в магазине, и меня бить не будет от холода, наверное. Давайте-ка мы сейчас это проверим. 200 рублей, вы серьезно? Мне не хватает вообще чуть-чуть. Давайте я пока спрячусь в магазинчике, вот в этом, потому что меня там бить от холода, наверное, не будет, мне так кажется. Давайте туда заползем и спрячемся где-нибудь. Это не магазинчик, на какой-то домик. А почему меня бьет? Я же в помещении нахожусь теплым. Давайте вот тут спрячемся, может. Вот я буду стоять здесь. Меня будет бить, интересно, или нет? Нет, меня здесь не будет бить, кажется. А, ну, тогда хорошо. Так, давайте я вот это вытащу. Так, тут есть вообще какой-то телефон, я только сейчас заметил. Так, ВК-фест. Он будет 20-21. Обязательно на него сходим. Обязательно 20-21 сходим на Кристалликсе на ВК-фест. Так, так, донатики на спаун, так, так. Ага, ладно. Как заработать? Давайте посмотрим. Бутылочки можно. Сорняки, вот, сорняки. Что-то еще груз. Ну, груз еще мне никак. Казино. В казино я играть точно не буду. Локации, так. А, можно как-то это открыть вообще? А, нет. Ну, окей, все понятно. А, у меня есть шансы, конечно, еще заработать побольше денежек. Так, все, уже все ушло, да. Все, теперь уже утречко. И можно дальше собирать бутылочки. Ну и копить, наконец-таки, себе на одежду. Мне очень нужно купить одежду, хорошую одежду. Так, но мне пока хватит только на какие-нибудь ботиночки. Поэтому я буду сейчас, наверное, очень много вот это записывать, выживание бомжа, чтобы прокачаться по-серьезному и хорошо, ну, стать вот этим, хотя бы тут миллионером. Хотя бы так. Но надеюсь, у меня это получится, честно. Потому что я хочу очень сильно добиться здесь чего-нибудь тоже, так же, как и, ну, каких-нибудь других играх. Да, какой-то я сейчас бред сказал. Ну ладно, собираем дальше наши бутылочки. У меня их уже большое количество. Ну как большое? 7 штук. Ну ладно, ничего страшного. Так, 8 штук. А, нет. Может, соберешься, пожалуйста? Не соберется, ладно. Мне кажется, он не очень хочет собираться. Так, давайте сейчас все сдадим. Так, 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 так. Сдаем. И мне не хватает вообще чуть-чуть. Вообще чуть-чуть. Так, быстро кушаем. И сейчас быстро бежим дальше собирать бутылочки. Ролик уже достаточно длинный, но я хочу все равно продолжать дальше собирать бутылочки. Да. А что? Этот человек ведь был самый богатый, и сейчас он бомж. Что, как это он так стал? Ну, я сейчас нищий, наконец-то, не бомж. Это уже меня радует. То есть я уже не... Ну, хотя бы сколько он... Хоть не бомж, уже радует. Я нищий теперь просто. Нищий тоже хорошо. Ну, как хорошо. У меня есть 100 рублей, я уже нищий. Мне надо богатым стать, но он вроде бы с 10 тысяч начинается. Вау, прикольно. Это... Ладно, я понял. Я понял. Так, он тут решил похвастаться, то, что у него есть вот эта летающая тарелка, но ладно. Ничего страшного, пусть хвастается. Скоро я так же буду делать. Нет, я так делать, конечно, не буду. Я не буду так прям хвастаться, но не хвастаться, конечно. Он просто прилетел, наверное, за другом, может быть. А может, что-то типа такого. Так, я не знаю, сколько, в принципе, зарабатывается вообще с одной бутылочки. Мне хочется понять это. Давайте я пока соберу вот эти бутылочки, которые тут есть тоже. И буду сейчас пойду их сдам. Мне нужно очень сильно сейчас накопить быстренько себе на... На вот этом, на одежду. Я уже что-то даже забываю, про что, на что я коплю. Но ладно, просто собираем дальше наши бутылочки. И у меня уже достаточно большое количество. Так, вот здесь вроде бы, да-да, вот здесь есть бутылочки. Раз, раз, раз. И давайте быстро дальше соберем еще немножко сорняков. Потому что в них тоже там денежки я собираю так немножко. Хоть и копейки, но денежки неплохо тоже. Так, все, быстро вот здесь собираем сейчас последние бутылочки. И можно быстренько сдавать уже и получать наши денежки. Так, 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 собираем нашу бутылочку, собирайся. И я не понял, она собралась или нет, но что-то не посмотрел нормально. Но они вроде бы не собираются у меня нормально. Так, ой, я по клавиатуре случайно ударил мышкой, ну ладно. Все, собираем. Так, давайте быстро все так сдадим, чтобы я точно... И у меня все, хватает, теперь точно. И теперь нужно вспомнить, где находится магазин. Где находится магазин, я не очень помню. Так, надо на спаун вернуться, я не помню, где... А вот спаун. И мне нужно сейчас понять, а где... Я буду ориентироваться по вот этим зданиям. Вроде бы они здесь... Или... А, я же выживал в Новосибирске. Здесь немножко, наверное, другие здания. Хотя, в принципе, нет. Вроде бы цвет даже тот же самый. Вроде бы вот там находится, честно, магазинчик, где можно купить одежду.
если я не ошибаюсь, то он вот там, да, находится. Но это я ошибаюсь, наверное, мне кажется. Хотя, в принципе, может быть... И нет, вот оно, кажется, да-да-да. Кажется, это оно. Да, я не ошибаюсь. Рюкзаки нет, одежда. И 200 рублей я мог купить даже дешевле. Давайте для начала купим какие-нибудь штанишки, и у меня уже есть штаны. Все, прикольные штанишки. И всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, вам понравилось. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и будете ждать новую серию Бомжа. Она выйдет завтра. Поэтому обязательно подписывайтесь и ждите новой серии. Всем удачи, всем пока-пока.